me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Приветствую вас, меня зовут Ирина, и сегодня в рубрике официального обозревателя Oriflame обновляющий скраб для лица Novage. А этот продукт не новинка, если я не ошибаюсь, он около 2 лет в компании, и это мой любимейший продукт. Это у меня уже 4-й скраб, его в среднем хватает где-то на 6-8 месяцев, если в зависимости от того, использую ли я еще какие-то другие скрабы, то есть 2 раза в неделю, бывает, что 3 раза в неделю, если я чувствуешь, что кожа нуждается в дополнительном очищении, потому что она у меня жирная, очень жирная, пористая кожа. Вот, и после активных каких-то мероприятий я чувствую, что мне надо ее хорошо почистить. Если же кожа сухая, то достаточно использовать 1 раз. Особо внимание уделите вот этой зоне, 1-2 минутки, хорошо промассировали, убрали, почистили ваши потоки. И после этого желательно нанести какую-то либо масочку питательную, увлажняющую, либо хороший крем. Почему? Потому что у вас поры открыты, они чистые, кожа чистейшая, и крема максимально проникают вглубь и питают вашу кожу, восстанавливают вашу дерму. Это новый тюбик, потому что я всегда старый чуть-чуть заканчиваю, обязательно беру во все поездки, потому что кожа должна выглядеть шикарно, ухоженно, и там уже старую упаковочку оставляю. В погоне за супер омолаживающими средствами часто ищут какую-то супер сыворотку, какой-то крем, ночной крем. На самом деле супер омолаживающие средства — это как раз таки скрабы, скрабирование. Почему? Я вам сейчас объясню, докажу. Наверняка вы слышали, что клетка, цикл клетки кожи от там 25-8 дней до там 60, в зависимости от вашего возраста. Условно, да, сколько вам лет, примерно столько и клеточка движется от зарождения к поверхности и отмирает. Чем старше вы становитесь, тем все больше и больше старых клеток накапливается, тем самым образуя толстый серый слой. Таким образом, у вас получается сероватый оттенок лица, пигментные пятна. Когда вы когда-то вашу кожу чем-то стрессовали, например, солнцем. Что делает отшелушивание? Отшелушивание помогает вам убрать, минимизировать вот этот слой мертвых клеток, сделать его тонким, тем самым инстимулируя, двигаясь к поверхности новым и новым клеточкам кожи. Поэтому, когда у вас кожа подготовлена, любой крем, любая сыворотка будет проникать глубже и действительно питать ваши новые клеточки, а не мертвый вот этот вот никчемный слой. Так вот, если, например, мне 38 лет, то примерно цикл клетки кожи около этого вот 38 дней. И если я использую скраб, то я убираю вот этот слой мертвый, слой клеток кожи, прям очищая очень хорошо при помощи фруктового пилинга. И сейчас фруктовые кислоты очень активно используются во всей косметической индустрии. Это AHA и BHA кислоты, чуть попозже я вам расскажу о них. Таким образом, если я пользуюсь этим скрабом и качественно удаляю старые клетки, у меня цикл не 38 дней, а, например, уже 30 дней, да, или там 32 дня. То есть мы уменьшаем, тем самым мы запускаем процесс обновления клеточек на нашей коже. Таким образом происходит замедленное старение кожи, поэтому скрабы у нас должны быть как можно круче, качественнее. В косметологии активно используются AHA-кислоты и BHA-кислоты. Самое крутое, что в этом скрабе есть 1 и 2 кислота. Самое крутейшее в косметологии AHA-кислота – это молочная кислота. Молочная кислота помогает уменьшить верхний слой эпидермиса, делая кожу тоненькой, ровненькой. Кроме того, она предотвращает закупоривание сальных желез, то есть предотвращает образование комедонов и черных точек. То есть, проникая, она забирает грязь, убирает роговевшие всякие чешуйки, расчищает протоки, тем самым минимизируя воспаление. То есть, если у вас комбинированная жирная кожа, склонная к высыпанию, этот скраб очень классно вашу кожу подготовит и минимизирует вот эти воспаления. Вы знаете, с этим скрабом я забыла, что такое черные точки, несмотря на то, что у меня кожа проблемная. То есть вот очень круто справляется с этой процедурой. В ходе за увядающей кожей применение препаратов, содержащих молочную кислоту, позволяет
уменьшить обновление клеток эпидермиса с 45 дней до 26-28 дней, тем самым приближая к физиологической норме. Второй компонент – это масло ши, признан один из самых сильнейших омолаживающих средств. Оно быстро сглаживает морщинки, выравнивает кожу, цвет кожи, стимулирует выработку коллагена, запускает процесс регенерации, восстановления кожи. Я буду рассказывать о других мегакрутых компонентах, которые входят в этот скраб. Достаточно запомнить это молочную кислоту и масло ши. Эти два компонента встречаются в дорогих люксовых брендах, премиальных линейках по уходу за лицом, потому что они очень эффективны. Подведя итог, и рубрика «Басюк рекомендует», этот продукт входит в топ-10 самых моих любимых косметических продуктов, без которых я вообще не могу обойтись. А если взять уход за лицом, то это продукт номер один в качестве скрабирования. Если вы пользовались этим скрабом, я вас прошу, напишите комментарии, читайте также комментарии. Я думаю, что все напишут: «Вау, это мега-мега бомбический продукт». До скорых встреч, пока-пока, успехов вам!